Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Männer muss man schlagen. Das meint Ingo Appelt in seinem aktuellen Programm, das Enfant terrible der deutschen Comedy-Szene offenbart. Männer sind eine zivilisatorische Katastrophe und gehören geschlagen. Ingo Appelt im Dienste seiner Majestät, der Frau. Live am 12. November in der Festhalle Tauberbischofsheim. Tickets für den Comedy-Abend gibt's bei allen CTS-Vorverkaufsstellen sowie unter Telefon 0185 570 3x die 0 und unter www.kartenhaus.de. Viel Spaß wünscht Radio Ton. Was kann es Schöneres geben, als ein großes rotes Herz von seiner Liebsten oder seinem Liebsten zu bekommen, das auch noch prall gefüllt ist mit jeder Menge gut duftender Sachen, die dich sofort dazu bringen, alles ausgiebig testen zu wollen. Здравствуйте, друзья! В продолжении телевизионной темы не могу обойти вниманием главное телесобытие прошлой недели – конкурс Евровидения. Eurovision Song Contest. Сказать, что его здесь ждали, всей страной обсуждали перспективы группы Blue, представлявшей Великобританию, будет большим преувеличением. Скорее, можно было услышать ехидно-ироничное «Жду не дождусь, когда увижу». Oh, I'm really looking forward to it. Подразумевается, что Великобритании на конкурсе все равно ничего не светит, потому что восточноевропейские страны традиционно голосуют друг за друга, исходя из политических или соседских симпатий. Об этом здесь говорят, а точнее шутят открыто. Таковы уж британцы, если ты не можешь изменить факт, хорошенько посмейся над ним. Вот их девиз. Недаром комментируют шоу в прямом эфире вот уже который год известный своей желчностью и острым языком радиодиджей и телеведущий Грэхэм Мортон, который в комментариях резвится как только может, превращая это несколько старомодное и тяжеловесное шоу в настоящий аттракцион. Правда, в этом году Мортон официально попросили. Was kann es Schöneres geben, als ein großes rotes Herz von seiner Liebsten oder seinem Liebsten zu bekommen, das auch noch prall gefüllt ist mit jeder Menge gut duftender Sachen, die dich sofort dazu bringen, alles ausgiebig testen zu wollen?